Пока все неплохо, наши герои-пауки делают все возможное и невозможное. Но где-то есть и другие осколки могущественной скрижали, и что-то подсказывает мне, что дальше будет только хуже. Вуаля! Молодец, Человек-паук. Кто говорил, что помощников трудно найти? Еще один осколок и... Берегись! Я захвачу осколки скрижали. Она будет моей. Снова ты? Может, распилишь кого-нибудь пополам? Эй! Это уже не фокус. В прошлый раз ты недооценил меня, Человек-паук. И эта старуха поплатится за твою наглость. Принеси мне остатки скрижали, иначе ты не увидишь ее живой. Хватит, я все сделаю. Не трогай ее. Скорее, паук. Часы тикают. Так, где-то на этой огромной стройплощадке находится следующий осколок. О, ну это слишком просто. Зачем я это сказал? Дороги. Джаггернаут. Да, хуже некуда, пожалуй. Я опять глазил, да? Сдавайся, Джаггернаут, серебряная соболиха нашла тебя. Проваливай. Ни за что, Марко. Моя дикая стая следит за каждым твоим движением. За тебя обещали такую награду, что мы готовы преследовать тебя до края земли. Вот сами друг с другом и разбирайтесь. Сейчас мне нужен только осколок. Так что же такое? Джагги как-то подобрал, но он настолько туп, что может не понять этого. Соболиха не должна добраться до него, пока я не получу осколок. Так, паучок, думай. Она сказала, что выследит его. А, вот что мне поможет. Поговорить с Джагги с глазу на глаз. Всем подразделениям, Джаггернаут движется на восток. Не дайте ему уйти. Отлично, теперь мы с ним один на один. Ты. Отлично, теперь мы с ним один на один. Воу! Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий и Человек-паук, разрушенное измерение. И у нас на очереди Джаггернаут, который жаждет получить по заднице от паучка. Ну давайте не разочаруем его. Давайте попробуем надавать ему по щам. Так. Я перед началом видео снова прокачал немножко пауков. А что ты? Так. Так слишком как-то долго. Надо его усиленными ударами мочить, короче. Отлично. Ну давай. О, попал по мне. Воу-воу-воу, еще раз. Так. Отлично. Короче, ждать прыжков надо его. И потом бить. В принципе, тактика ясна. Подпрыгнули, пару раз ударили, отпрыгнули. Так, что он тут придумал? Воу! Ну давай. Что ты там, как будто срать хочешь? Воу! А, в эти моменты надо его бить. Когда он тужится. Окей. Так, снова. О, ты что-то поновее можешь взять? Ну, в принципе, чуть-чуть осталось. О, давайте возьмем. Отлично. Фу, столб меня спас. Где ты? Отлично. Пошли прыжки в ход. Так, оклемался он как-то быстро. Ну давай, кидай. Дед. Послушный мальчик.
Так, весельчак, не двигайся, я нанесу кудектра грас. Ненавижу французскую кухню. Нет, ты не понял. Я понял, сейчас ты сдохнешь. Но можно и так истолковать. Что за чуваки прилетели? А, паук, какой приятный сюрприз. Я как раз присмотрела себе яхту, получу награду за твою голову и как раз смогу ее купить. Так, понятно. Против меня толпа с пушками. Внимание, всем подразделениям. Новая цель. Человек-паук. Неудачно получилось. Окей. Надо, короче... Так, убейте всех врагов. Понял? Воу, нифига меня там сшибают, а? Да, какая-то жесть. Не дают мне прохода, короче. Этих чуваков, какие-то ниндзя. Пошел вон. Так. Отлично. А, из-под тишка, да, ударил? Ну-ка, вертушка сверху, да? Дымовые шашки. Надо увалить от них. Тут ни черта не видно. Прибыла подмога. Окей. Получи. Так. У меня тоже есть мощные удары. Причем очень мощные и прикольные. Нужно рвать и метать. Что-то я заговорил как Дэдпул. Окей, получи. Да что ты? Оп-оп-оп-оп. Так, а если усиленный? Так, тоже нормуль. Кстати, он тут не сдох. Еще и мощные такие, оказывается. Не мощнее моих ударов. Все, да? Джаггернаут движется с востока. Браво, один, прикройте меня. Паука прикончим потом. О, здорово. Фу, я уже боялся, что никогда не уйду. Так. Дороги, карлики. Берегись, это Джаггернаут. А тобой я займусь отдельно. Это право 2, на нас напал Джаггернаут, уже подкрепление. Повторяю, нужно подкрепление. Осталось только мы вдвоем. Паук еще жив, взять его. О, да, сколько можно? Блин, чуваки, с щитами, как я вас не люблю. Так, свалили. Вот этого здоровяка надо вынести в первую очередь. Чтобы он не мешался. Где ты? Живой еще или мертвый? Еще живой. Сколько можно? Какие вы все прочные, вот эти здоровяки. О, отлично. Так, как с вами? Побеждено капитанов. Это капитан был? Блин. А, чтоб вас, а? Как с вами-то разобраться? Так. О, отлично. Изначально так нормально, блин. Попал.
сзади щита. Так. Блин, вражеской атаки. Да это понимаю, что уклониться. Мне надо как-то их. Не знаю. Они вон. За мной поворачиваются одновременно. Почему здесь нету замедленного? Да хватит тут фигней страдать. О, паучок. Так, а если, может, мне можно уйти от них? Или надо все-таки сражаться с ними? Да. Как-то их все-таки надо. Bob. How am I being shot at to put a crimp in your webbing? Yikes! Duck and cover. Так может так? Я не знаю, урон я им наношу или нет такими ударами. Так. Так. Что за черт, а? Вот как? Не схватить его никак. Отлично. Одним меньше, но у меня жизни вообще пипец какой-то. Да, блин, такой момент упустил своим тут брейкдансом. Заманал, а? Так. Я тебя добью. Жесть какая-то. Ну как? Вот как? Так, отлично. Один остался. Да заманал ты. Есть. Бам! И как отсюда выбраться? Отстань от меня, ползун. Прекрасно, на первая реплика. Кажется, Гетто сказал, он ревностью охранял свои страхи в тайне желания, чтобы они избылись. Или это было. Или это был кто там? Не успел прочитать. Так, окей. Джаггернаут открылся, но Человека-паука надо прикончить, пристрелите его. Снова сражаться с этими ниндзяками. Так. Отвалите, а! С автоматами эти ублюдки. Да какая-то жесть, ну. Так, пошел вон. Жесть. Зажали, короче, в угол меня. Окей, будем так справляться с ним. Пипец, Человек-паук, даже на перекладину не залезть. Так, жизни у меня, конечно... Вон. Так эти чуваки с автоматами задрали.
Рили задрали. Воу-воу-воу. Отходим, нужно подкрепление. О, я только вошел во вкус. Окей. Кое-как, блин. Кое-как. Где этот долбанный джаггернаут? Я хочу ему надрать задницу уже и все. Куда? Куда двигаться-то? Я что-то не могу понять. О боже. Отлично. О, жесть. Извини, застрял в пробках. Так. Их слишком много здесь, слишком много. Жизни у меня на всех не хватит. Придется, наверное, сдохнуть. Я ни черта не вижу, блин. Твою мать. Че ты там для захвата? Было, короче, написано. Ну-ка. А, тупо свалить можно, короче. О, пипец. Можно было тупо свалить. Так. С двумя-то, я думаю, справимся. Отлично. Кто там? А, ты еще живой. Все, сдох. Отлично. Фу, погнали. Все, мне надоело тратить время. Че сказал? Так. Давай уже сражаться с тобой. Эй, Джаги, я припасла для тебя кое-что. Ты попался, Марко. Выхода нет. Сейчас я его проделаю. Ёлки. Боже, не часто видишь, как кто-то сражается со зданием. Ого, ты видел? Он снес целое здание. Не отвлекайтесь. За ним. Кажется, они про меня. Пора прокатиться. Ого, ты посмотри. Это сделал один человек. Один. Он просто как... Готов. Ладно, спокойно. Право 4. Где он? Направляется на запад, к недостроенному зданию. Это здание Оскор. Пошли, пошли. Смотрите, он зацепился за вертолет. О! Право 3. Человек прицепился к вашему вертолету. Повторяю, паук под вашим вертолетом. Надо сваливать. Спасибо, что подвезли. Ребята, вижу вторую цель. Человек-паук рядом. Прямо у тебя под носом. Да не самое эффектное появление. Как же мне отсюда выбраться? Надо помочь рабочим. Может, они мне тоже помогут. Блин, как всегда, началось. Помогать. Какая-то запарная миссия, короче. Остановите утечку. Окей, где у нас там? Не обращаем внимания, короче, на врагов, спасаем. Куда? Отлично. А, Человек-паук, давай цепляйся ты уже куда-нибудь. Жесть. Отлично. Так, еще двое. Так, ребята, я заберу. Спасибо. Так. О, как меня бесит это управление на паутине. Так, еще человек, где он?
Spider-Man, am I glad to see you? I need your help with something, okay? Yeah, sure, sure, whatever you need. Отлично. Can I get this spin some webs? Выше. Okay, well, whatever you need. Есть. You just name it. Есть, отлично. Finally, I should be glad there weren't 8 burning legs. Good work. Ну чё? О, сразу по роже получил. Окей, надо валить, короче. То сражаться здесь вообще без толку, я думаю. Надо найти Джаггернаута, пока он не разнес... они не разнесли его на кусочки. Окружаем его. Что он делает? Сбейте его, сбейте его! Не могу, он тащит меня. Берегись. Нет! Ну все, пора с этим заканчивать. Так, догоните Джаггернаута. Да поймаю, не ссы. И это на самый верх надо добраться. Пипец. What about my autograph? Эй, а как же мой... Чё там, засунь его себе в паутину. Так. Hey, Sable, what do you find so irresistible about me? My brains or my brawn? Better put some hustle in my bustle. Так, надо добавить суеты. Ну что ж, да и чё? Я не догонишь. Ладно, я не отвлекаюсь, короче, на субтитры. То я так буду целый день подниматься, блин. Да заманали вы. Так. Цепляйся. Есть. Сюда, карлик. Пора отскрести тебя от моей подошвы. Нифига себе он долбанул. А, так надо по роже отдавать. Фу, промазал. Отлично. Так. О, как смачно мне прилетело. Let's get a good look at that gorgeous mug. О, сняли его шлем. Как тебе без шлема-то? Ты заманал. Он не дает мне нормально ударить. О, зато мне как смачно прилетело. Прямые удары, что ли? Тебе это не спасет. Я Джаггернаут, забыл? Если я тронулся с места, меня не остановить. Я надеюсь. Особенно если ты покатишься вниз. По неровной дороге. Черт! Вертолет сюда! Если кто-то из них уцелел, это просто чудо. Это мой единственный шанс заполучить осколок, пока он его не нашел. Эй, что это там светится? А, черт. О боже, я стал еще сильнее. И вежливее? Кажется, нет. Ну пипец.
как мне его мочить? Ого-го! I couldn't stop him before, and here he is more unstoppable. Да, блин. Он ничего, кажется, скоро скрижаль не поладил с его алым камнем. So with great power comes great vulnerability? Hey, if that's the case, I'll take it. Так. И что мне это дает, то, что не поладил с алым камнем? Так, просто его так бить? Ох ты, как пнул-то меня. Ну и где он? Да жестяк. Ну, даже так. О, нормально снес ему. Отлично. Ну и где он? Ну-ка. А, все-таки. Ну давай, цепляй его. Ух ты, как! Там можно все кости было пересчитать. Ладно, чуть-чуть ему осталось. О, машина. Да что ты? Какого черта? Почему цель меняется? Жесть. Что-то я проморгал момент. Так, отлично. Да что ты? Давай. Да отвали ты. Вот пристал. Выбили из него камень. Отлично. Отлично, а теперь поторопись, паук. Еще многое предстоит сделать. Фу, наконец-то. Джиггернаут побежден. Это было жестко. Реально жестко. Противники какие-то вообще неубиваемые. Вот, Джиггернаут неубиваемый. Мне пришлось попариться. Вот. Ну и на этом я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. Я со всеми прощаюсь. Пока-пока.